Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Одна из болезней современной исламской молодежи – это то, что мы стали больше слушать нашиды, нежели читать книгу Всевышнего Аллаха, то есть чрезмерность в прослушивании нашидов. Конечно, ученые разрешают слушать те нашиды, которые не сопровождаются музыкой, и те нашиды, которые побуждают к одобряемому и к поминанию Аллаха. Однако прослушивание нашидов не должно заменять для нас чтение книги Всевышнего Аллаха. Ведь посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что в судный день Коран будет заступаться за тех, кто его читал и кто ему следовал. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, давайте читать побольше книгу Всевышнего Аллаха, чтобы в судный день книга Аллаха заступалась за нас, а не была против нас.